Всем доброе утро. Сегодня здесь ночевал. Приехал вчера часов 10 час был, наверное. Пока то все не снимал, уж так. Дело по делу, да спать лег. Сегодня поедем. Покопаем металлолом. Если кому интересно, смотрите. Потом вернемся обратно в землянку. Ладно, пойдемте, сейчас чая попьем, расскажу. Вот так вот заросло наше место для пикника. Да, очень скрытно получилось. Такой вот у нас завтрак. Вот такой вот чудесный завтрак в зарослях. Так, какие планы? Приехал я в эту землянку дня на 2-3, наверное, как получится. Пока здесь побудем. Покопаем металлолом, поездим. Тут, может, что-нибудь тем позанимаемся. Надо еще доделать там, подсыпать. Листьями еще укрыть хотел. Сейчас вообще она замаскировалась у нас. Как куча с мусором выглядит посреди леса. Так что также съездим, покупаем металл, какие-нибудь интересные места. Ну тут никуда недалеко, наверное. Хотя, посмотрим, если что-то здесь будет, то здесь пособираем. Здесь так хорошо погорело. Приехал вот сейчас, здесь похожу. Место перспективно, не знаю, выбито, не выбито. Хорошо, травы нету, все сгорело. Для металлокопа само то. Раньше здесь что-то было, походу. Не знаю. Ну, я особо не буду снимать, если что-то грандиозное, только найду там большие какие-нибудь плюшки. Запчастюльки. А так, по итогу, может, покажу что-нибудь. Особо вам не интересно рассмотреть, так что подробности особо не буду снимать. Такой вот сегодня наипрекраснейший день. Погода чудесная. Ладно, приступаем за работу. Вот он. Двухколесный конь. Красота. И хоть куда можно ехать. Это не на машине. Сел и поехал, куда глаза глядят. Металл буду вывозить. Если что, на нем там сгибаются эти ножки. Мешки можно ставить и вывозить. Вообще все удобно. Вывозить буду там, где можно машины подъехать. Вот эти ножки отгибаются. Сюда буду ставить мешки с железом.
вывозить тогда туда, где можно машины подъехать, и уже оттуда потом забирать буду. Все удобно. Что, да ладно. Погуляем по лесочку сегодня. Класс. Находочка. Нормально. Блин, киловесы я забыл взять. Килограмм 15, наверное, если не больше. Запчастюлька. Сейчас перекусим по обеду. По таким дебрям тут пробираюсь. Находок что-то не особо, но попадается немного. Идем дальше. Побольше будет таких. Да. Капец, друзья. У меня руки даже затряслись. После того, как я лопатой стукнул, а потом достал это из земли. Вы видите? Капец. Вот я обосрался, честно говоря. Обалдеть. Это же настоящее. Потом я увидел, что здесь дырка, и уже не обосрался, а отошел. Настоящая же граната. Взорванная, наверное, уже, да? Не знаю, не первый раз нахожу такое. Охренеть. Ну, вроде граната же это. Ну, напишите в комментариях. Ну вот, ребра такие, все это. Охренеть. Я вообще в шоке просто. А вот отправиться нам в коллекцию. Так. Вот так вот грузанулся немного. Этот уже на полный мешок. Вот здесь на отвале нашел. Обалдеть. Такой шматок. Опа. Я не знаю, что это за деталька. Но вот это маленькое весит. Вот 50-40. 40 лет по-любому она весит. Я двумя руками еле поднимаю. Не знаю, что она такая тяжелая, вроде маленькая. Вообще фартанула. Надо будет еще как-то ее вывести. Вот здесь еще копаю потихоньку. Скоро уж землянку буду собираться. Вечереет уже. Будем там готовиться ко сну. Посмотрим, может что-нибудь приготовим, может. И не приготовим. Ну все, с металлокопом на сегодня закончено. Собираемся. Уезжаю сейчас до землянки. Металл вывезу, спрячу.
Вот, вот так вот загрузился. Доеду потихоньку. Тут километра 2, наверное. Там скинусь уже. Ладно, выезжаем. Такая вот дорога. Все, заныкал. Ну, неплохой улов сегодня. Больше сотни, это точно. Пойдет. Погнали. Отдыхать. О, поработал сегодня у меня. Молодец. Отрабатывай свои деньги. Вот и наша куча с мусором. Приехали. Кстати, тут приезжал тоже кто-то. Но вряд ли, наверное, догадались. Сейчас вообще тут все папоротником все заросло. Когда я строил в прошлом году, здесь пилили лес, и все вытоптано было. А сейчас все заросло. Наоборот, маскировочный все выглядит. И землянку не видно. А то она так выделялась, тут на последней поляне торчала. Фу, что-то подустал мне. Градусник сломан. Мало показывает. На улице 25, наверное. Фу, что-то устал. В землянке так-то тепло, в принципе. Хотел печку тащить. Но сегодня тоже, наверное, не буду. Кофта, куртка есть. Не холодно. Варить, наверное, тоже не буду, неохота. Пойдемте сейчас кильки, наверное, поедим.
На улице, на природе. Потом, наверное, посижу, видео помонтирую, да спать лягу. Завтра уж увидимся. Не знаю, завтра еще куда ехать за металлолом. Кстати, есть у меня еще проект один. Тоже его начну, наверное. И параллельно будем делать то землянку, то вот этот проект. Очень интересно будет. Самому просто интересно уже сделать. Такого еще не видел. Это землянки, землянки. А тут кое-что другое. Скоро все узнаете сами. Пойти поесть. Марики уже начали кочерить. Не, шикарно сейчас замаскировано. Тут сижу, у меня не видать, наверное, тут совсем. Тут рядышком даже проходить, если кто-то будет. Сейчас покушаем. Не знаю, почему в комментариях пишите, что плохо питаюсь. Тушенка, килька. Нормальная еда, а что такого-то? Вареная. Ну, неохота сегодня вот. Наползался тут за целый день. Еще варить сейчас. Есть у меня там еще БПшки. Еще консервы там. Кисло еще. Надо, кстати, проверить там тайничок с печкой. Не обнаружили. А забыл там, где она. Нет, все в порядке. Печечка у нас. Кто там кусает? Вот здесь у нас печечка спрятана. Кто не видел, там ролик делал тайничок. Вот так вот он выглядит. Для ценностей. Ну, ценность для меня печка. 4000 тоже на дороге не валяется.
Всем доброе утро. Уже приехал на место. Проснулся недавно. Быстренько собрался. Еще не завтракал, ничего. Кружку чая выпил, да поехал. Покупаю сейчас здесь, посмотрю. Если будет что интересное, покажу. Если нет, поедем дальше. Погода сегодня вроде нормальная. Посмотрим, как там сегодня день у нас пройдет. Металла нету, да хоть ягод поесть. Сейчас сегодня не хочет металл попадаться никак. Ищем. Коллекция отправляется. Вторая уже. Это СССР. Там имперскую вроде находили. Вот так вот. У нас красят линии дорожные. Так только в России красят. Красавчики. Всем огромнейший привет. Встретились мы в этот раз в таком наипрекраснейшем месте. Набрал уже водички. Хотел набрать чистой воды проточной. Там речка бежала. Бобры там перекрыли. Уже болотина получилась. Набрал такой водички маломальской. Ну, картошку сварить с яичками пойдет. Пробил плотину, сейчас пробежит, может. Потом еще наберусь, езжу чистой воды попить его. Приехал я, можно сказать, в таежные леса. Далеко уехал. Вчера ходил. Целый день по выбитым местам. Смотрел на эти ямки, смотрел. Психанул. И собрал вещи. Сегодня утром в 6 утра выехал. Не знаю, время... Сколько? Ну, часов 5, наверное, ехал я. И вот.
Посмотрим здесь. Может, нога человека еще не ступала. Ну, чем сомневаюсь, конечно. Ну, вот здесь как-то копали. Так попадались находки. Не так копано, как в прошлый. Вчера, который копал. Здесь хоть подальше немного. Взял с собой палатку. Еды на несколько дней. Погода какая-то не очень. Может, дождик будет. И вот, наверное, поживем в лесу несколько дней, покопаем здесь в окрестностях, посмотрим, где что есть. Блин, замерз еще, пока доехал. Ну, первая кучка найдена. Вот такое. Вот. Более-менее вот это так. Там что, жестянка. Вот еще из интересного. Ржавка. Кстати, забирать ее надо тоже. Рис из нее хороший должен получиться. Из старой стали. Заберу, наверное, потом. Не знаю, еще похожу тут. Старая вырубка. Может, что-то и найду. Здесь как стояночка была, наверное. Но крупного ничего нету. Сейчас еще поищу тут вокруг. А запах-то какой стоит на болотине, багульником. Обалденно пахнет. Ну, надо бы, может, чаек заварю потом еще с багульничком. Давно не пил, полезно. Налил себе чашечку чая. Что-то второе место уже. И вообще голяк почти что. Ну вот эта кучка так жестянки. Сейчас поеду дальше. Места для стоянки не могу нигде найти еще. Где металл будет попадаться. Вот такой вот прекрасный кап. Хорошо бы чаша из него получилась, даже две можно было сделать. Запомнить, точку на карте поставить. Может, камень заберу. Погодка вроде ничего, дождик не собирается. Затянуто, но и дождя нету, и не жарко, само то. Ну, металла не найдем, так хоть сегодня погуляем по лесу. Я уже не знаю, сколько нагулялся, правда, но намотал немало. Вам природу хоть покажу. Много кто пишет, больше природы снимать. Особенно городским, наверное. Кто в офисе, офис, квартира, наверное. Вообще на природе редко бывает. Хоть так посмотреть в видеороликах. Ладно, пью чай, поеду дальше.
Первый сигнал на этом месте. Ничего, такой уголок. Программа 2. Вот так. Думал, что там нормальная там лопата обычно. Клеем нету. Маленький какой-то. Вот такая вот избушка лесорубов тут. Прибраться немного можно и заночевать тут. Теплее, чем в палатке-то. Нары есть. Стол есть. Железо тут же лежит. Приросло. Походить тут еще в округе, может, что-то есть. Сейчас осмотрюсь. Может, и здесь заночуем. Ладно, все, решил здесь заночу. Приберусь сейчас.
Блин, маленько перекосило так двери. Ну, в принципе, там закроется немного волков. Здесь с медведями нет у нас. Можно поправить, попробовать еще. Сейчас соберемся. Потом, может, еще съезжу с металлоискателем куда-нибудь. Потом сварим что-нибудь, да отдыхать будем уже. Сейчас сразу поставлю варить картошку. Блин, дровишки есть даже.
готовенько. Ну, так-то будет получше. Можно ночевать. Со светом-то. Сел, что ли? Свет сел. Вот там есть пауэрбанки. Заряжу потом. Второй лежак не нужен. Одного хватит. Здесь можно жить. Так, избу подпер, не выпрямил, но хоть, ну, немножко подправил, но это не до конца, сил не хватает, но все равно хоть больше сюда не пойдет, упор есть. Тут какая-то тучка вот идет, черная, блин, не нравится мне это. Походу сейчас ливанет. Вещи занес. Еду тоже. Надо что-то постелить. На стол. Дождик-то то пойдет, то перестанет. Да, не покупать, наверное, больше сегодня. Да уж, погодка подводит сегодня. Вот. Как по многочисленным просьбам писали, что плохо питаюсь, не вареное. Вот, сварил картошечка. Блин, попало же сегодня. Ни металла, ни погоды. Ну ладно, хоть погулял. Сейчас, наверное, лежать буду. Видео монтировать. Что еще делать-то? Связи нет. Так, игры какие-нибудь. На телефоне. Время твое. Время-то уже вечер, скоро спать. Сон ночую здесь, потому что уже не успею выехать. Ну и завтра, если погода будет хорошая, то пойду еще поищу. Я поеду дальше. Металлом поищу. А если будет плохая погода, то уже буду выезжать до дома.
Классная избушка. Это я себе тоже захотел избу в лесу. То землянки, землянки. Избушку тоже хочется. Может, построим.